рассказать о своем папе. Герой Советского Союза Купине Федор Николаевич, кавалер 4 боевых орденов, 3 боевых медалей, 9 благодарностей от Сталина, которые на передовой заменяли награды. Они были написаны просто на бумаге, но мало кто знает их значимость. Он был настоящим патриотом своей страны, своей родины, настоящим отцом. К сожалению, он прожил недолгую, но яркую жизнь. И такие люди, как мой отец, они построили ту страну, то общество, в котором мы сейчас живем. Родился мой папа в большой семье. В 1924 году в станице Геогинской. Он себе прибавил год, поэтому официально в документах он дата рождения стоит 23-го года. Он себе прибавил год, чтобы уйти раньше на фронт. Потому что в те годы все рвались защищать родину. Потому что все понимали, что коричневая чума, которая пришла к нам с запада, не оставит никого живых, если их не остановить. И поэтому, к сожалению, нынешняя молодежь не всегда правильно понимает чувство патриотизма, то чувство, которое испытывали наши родители и деды, когда защищали свободу и независимость нашей страны. В 17 лет родился папа в станице Гагинска, как я уже сказал, в большой семье. Его папа, мой дед, был атаманом кубанского казачьего войска. Мама была боярыня, поэтому в те годы это не приветствовалось, и уже в конце 20-х годов моего деда арестовали. И с тех пор его больше никто не видел. Бабушка похоронена в городе Грозном. Я был на ее могиле, но, к сожалению, живой я ее не застал. Я родился слишком поздно. И все, что я сейчас вам расскажу, я слышал лично из уст этого человека. Я не побоюсь этого большого слова, великого человека, который совместно с многомиллионным населением нашей страны приближал эту великую победу в этой страшной душегубительной войне. В 17 лет отец ушел на фронт. Боевое крещение получил под Малгобеком. До этого он всего-навсего закончил 2 класса. Он даже писал с ошибками, все, но это не помешало ему быть грамотным и разбираться в жизни, скажем так, получше, чем многие из нас сейчас. И когда ему было 15 лет, он пошел работать сапожником. И в 16 лет он уже был заведующим сапожной мастерской. За отличную работу его наградили гармоникой. К сожалению, я ни разу не слышал, как мой папа играет на гармонии, но говорили, что он играл очень неплохо. Играл в футбол, был капитаном команды города «Спартак», команда города Грозного. Это все было до войны. Когда грянула война, все из рода Купиных ушли на фронт. Боевое крещение получил под городом Малгобек в 1942 году. При десантировании погибла большая часть их полка. Но в этот первый день своей войны отец понял, что если не они, то кто? И он попал в разведроту. И этот юный мальчишка, безусый мальчишка еще, как говорится, уже с первых дней начал вытворять на фронте чудеса. Они в составе разведгруппы, как рассказывал мне мой отец, они как будто бы играли в эту войну. На самом деле, только можно понять, что эта игра была на грани жизни и смерти. За всю свою фронтовую жизнь мой отец в составе группы и лично захватили 18 языков, среди которых был один генерал. Об этом повествует не только мой отец рассказывал, но и повествуют многие художественные, то есть и документальные кадры и хроника, как они захватили этого генерала. Была задача достать языка не простого солдата, а офицера. Мой отец расставил разведгруппы своих друзей, я их всех знаю по фамилиям. Это Лытанов, Лытин, Пресняков. Вот они в составе разведгруппы троем были заброшены в тыл, глубокий тыл. Я уже говорил, что отец мой служил в разведроте в воздушной десантной дивизии. Их забросили глубоко в тыл врагу с целью достать высокопоставленные языка.
Несколько суток они пролежали в засаде, ходили по лесам в поисках нужного им языка. Но, к сожалению, ничего не получалось. И уже на исходе третьих суток они устали до такой степени, что просто легли поспать в кустах недалеко от Аракады. Аракада – это фронтовая дорога. И получилось так, что дозорный, который отвечал, двое спят, один в карауле, услышал гул машин, потихоньку разбудил разведчиков, и они сосредоточились и стали ждать. Появился автомобиль, как отец рассказывал, Хорих, ныне это BMW. Я даже знаю марку машин, потому что мне отец подробно об этом рассказывал. Вот. Появился Хорих, и надо же такому случиться, что недалеко от них они остановились, и из машины вышел майор и водитель, и побежали, ну скажем так, до ветра. Но разведчики заметили, что в машине еще сидит один офицер. И так как чутье им подсказало, что более старший офицер остается в машине, они решили двух, майора и водителя, ликвидировать и захватить третьего. Отец мой был командир разведгруппы, несмотря на свой юный возраст, он был командир разведгруппы. Жестами показал, кому кого убрать. Меткими выстрелами были ликвидированы водитель и майор. И когда они подбежали к автомобилю, на заднем сиденье сидел генерал и сжимал портфель, прижимая его к груди. Они поняли, что это то, что им нужно было. Но его же надо вывести, ведь они находятся в глубоком тылу у противника. Тогда они переоделись в форму немецких офицеров и водителя. Причем по размеру моему отцу подошла форма генерала. Мой отец очень сносно владел немецким языком. Но юноша, представьте, 18 лет, генерал. Соответственно, что сделали? Перевязали ему щеку, надвинули фуражку поглубже на лоб, и они поехали. И они до такой степени были дерзкими, что проехали по тылам 60 километров. Топливо было на исходе. И они тогда до такой степени обнаглели. Генерала они засунули в багажник. Вот. Кляп в рот, связали и в багажник. Они до такой степени были дерзкими, что, приехав на заправку к немцам, заправились у них. И через некоторое время вывезли в наше расположение, в наших войск, этого генерала. Вся разведгруппа была представлена к высоким государственным наградам. Я сейчас не могу сказать точно, какие награды получили за этот подвиг, но это было действительно дерзко. Выкрасть генерала в тылу врага на его же машине, проехать по тылам 60 километров и вывести в расположение наших войск. Это был дерзкий поступок. Моя мама всю войну тоже работала грузчиком на железнодорожной станции. Она не принимала участие в боевых действиях, но всю войну она работала тоже на победу. И всех тех, кто пережил, будучи даже 2-3-летними младенцами, эту войну, они заслуживают того, чтобы мы о них говорили. Они ковали победу. Вечная слава!